Одинцовской школе номер 17 прошла торжественная церемония вручения специальных стипендий губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы городского округа Андрея Иванова. Более 200 учеников получили дипломы и денежные премии за особые успехи в учебе, искусстве и спорте. В числе награжденных детей были и обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. Татьяна Викторовна Одинцова отметила, очень важно, чтобы ребята работали в дальнейшем в нашем молодом округе, чтобы и в сфере культуры, и спорта, и образования были наши стипендиаты. Награждались участники научно-практических конференций, муниципальных, областных и всероссийских интеллектуальных и творческих конкурсов, спортсмены, одержавшие победы на соревнованиях не только в нашей стране, но и на международном уровне, а также победители и призеры Всероссийской предметной олимпиады. Были особенные дети, которые сразу получили одновременно два диплома и от губернатора Андрея Юрьевича, и от Андрея Робертовича. Конечно, сегодня было приятно то, что мы стали больше. Почему? Потому что мы округ, и не только Одинцовский район, но и город Звенигород попал сегодня в номинации, нам было очень приятно. Это первое. Второе. Рада, что родители, не только преподаватели пришли, но и родители пришли. Они очень радовались. Николай учится в 11 классе Лесногородской школы. В этом году он стал победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады по литературе. Молодой человек даже пробует себя в прозе. В интернете публикует рассказы и пьесы собственного сочинения. В будущем хочет стать писателем. Сейчас он занимает 4-ю строчку в семерке победителей. Говорит, на будущий год хочет превзойти самого себя. Ну, мой профиль – это современная литература. Литература 21 века и последней. Ну, будем считать второй половины 20 века. И, в общем-то, это как раз профиль Всероссийской олимпиады по литературе. Это современная литература, литература сегодняшнего дня. Для гостей церемонии была организована развлекательная интерактивная площадка, фотозона. С большим восторгом зрители наблюдали за песочным шоу. Художница при помощи песка нарисовала гербы Подмосковья и Одинцовского округа. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».